Всем привет! Хочу рассказать о лакомстве или пищевой добавке для котов фирмы Trixie. Это добавка, которая препятствует образованию комочков шерсти в желудке. Прелесть ее в том, что она не содержит сахар. В тюбике 100 грамм. Значит, ее состав следующий. Это большое количество солода, 69%, также травы, жиры, белки, клетчатки здесь 3,9 состав, 3,9% это отличный состав. Также есть витамин Е и туарин. Вот такая паста. И вот так она выглядит. Она темная, потому что там есть солод и рапсовое масло. Вот такая паста. Спасибо за внимание.